Последняя заключительная станция на первой ветке самарского метро – Театральная – нужна. С этим согласны в том числе и жители домов, попадающих под расселение из-за ее строительства. Задача областных и городских властей – сделать так, чтобы, создавая удобства одним, не ущемить интересы других самарцев. Как это сделать, обсуждали сегодня на приеме граждан под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием представителей областного правительства и Самарской губернской думы. Под расселение попадают жители нескольких домов на Галактионовской. С представителями каждого строения областные и городские власти встречаются отдельно. В этот раз общались с жильцами 153-го дома, у которых особая ситуация. Два года назад стена жилого строения рухнула. Здание признали аварийным, жильцов расселили. Но быстро восстановить дом было невозможно. Здание является объектом культурного наследия. Проект реконструкции утверждают на федеральном уровне. Пока проходила госэкспертиза, история получила новый виток. Все дома, расположенные по ходу строящейся ветки метро, подлежат сносу. 153-й, который охраняется государством, не снесут. Но жить в такой ситуации людям в нем нельзя. Жители готовы к переезду, причем рассматривают разные районы города. И сейчас ждут оценки стоимости их жилья. Эмоции, их на самом деле за два года, которые прошел с момента обрушения дома, их осталось не очень много. Скажем так, у нас уже не первый раз, когда это меняется ситуация по дому. То есть сначала то, что он будет снесен, потом то, что он будет восстановлен, то, что мы вернемся, теперь то, что мы однозначно туда уже не вернемся. Поэтому, на самом деле, все ждали просто решения, что просто оно было, и все просто люди переехали, жили дальше спокойно. Вопросов у жителей в связи с переездом возникает немало. Те, кто проживал в квартирах 153-го дома по социальному найму, переживают, устроит ли их новое жилье с точки зрения транспортной логистики. Те, у кого в доме были собственные квартиры большого метража, опасаются их несправедливой рыночной оценки. Безусловно, с каждой семьей надо индивидуально прорабатывать, потому что где-то речь о малолетних детях, где-то есть инвалидности. Договорились, что сегодня представитель подрядчика еще раз посмотрит оценку всех квартир, которые есть в этом доме, посмотрит, какие были упущения. Вы слышали, что люди жалуют, что риэлтор не зашел в квартиру, не посмотрел по факту и сомневается в профессиональной оценке их имущества. Конечно, проговорили о том, что если люди не согласны, что мы должны в обязательном порядке пройти судебные инстанции, чтобы поставить точку и чтобы люди уже понимали свои права. Но самое большое беспокойство областных и городских властей вызывают те жители, в собственности которых небольшое количество квадратных метров жилой площади. Есть и те, кому принадлежит не более 3-7 метров. В соответствии с ныне действующим федеральным законодательством, они могут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья. Но ее явно недостаточно, чтобы приобрести хорошую квартиру. Поэтому областные власти инициировали новый закон, который позволит исправить ситуацию. Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, секретарем регионального отделения партии «Единой России» было поручено фракции «Единой России» в Самарской губернской думе разработать такой подход, чтобы в таких ситуациях имела право и возможность Самарская область в лице правительства выплачивать разницу в стоимости между той выплатой компенсации, которая положена, и до той суммы, которая позволит приобрести реально жилье. Согласно законопроекту, Самарская область будет выплачивать разницу в стоимости между суммой компенсации, которую выплатят жителям, и стоимостью будущего жилья. По поручению губернатора, нашего секретаря и нашего регионального отделения партии «Единая Россия», наша фракция сейчас разрабатывает наш региональный законопроект для того, чтобы они могли приобрести себе достойное жилье. В ближайшее время новый законопроект будет рассмотрен на комитете Самарской губернской думы, и его примут. Средства на его реализацию в областной казне есть. Виктория Шарая, Константин Головин, «События».